Еще раз доброе утро всем. Как и обещали, у нас гость уже расположился на нашем диване. Это Елена Коноваленко, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук и человек, который нам сейчас расскажет о очень интересной программе, которая называется Easy Choice Life. Да? Что это за программа? Это, я так понимаю, что достаточно уникальная для нашего города программа. Ну, вообще она уникальна даже для Украины, так скажем. Mm-hmm. Вот, потому что это программа питания, которая подобрана специально по всем принципам здорового, полезного питания, вот, который доставляется утром клиенту домой или в офис. Он целый день питается, чувствует себя хорошо, ему вкусно, но при этом еще и полезно. Ну, на самом деле, да, нужно сказать, что это все предназначено для тех, кто следит за своим здоровьем, кто хочет правильно питаться. Предназначено для всех, для кто всех. Хочет быть красивым, да. И кто хочет быть красивым, да. Смотрим на Елену и понимаем, что на самом деле программа в действии. Елен, это программа, которая создана на основе ресторана, да? Да. Но для этого, для того, чтобы попробовать эти блюда и, собственно, попробовать на себе испытать эту программу, не обязательно идти в ресторан. Не обязательно. У нас самое главное, что мы хотели в этой программе соединить, это вот, как бы польза вкуса, да, как бы, и в то же время удовольствие приема пищи. Угу. Значит, это авторская программа, авторское как бы меню. Тут сочетание работы и диетолога, и самое главное, это бренд-шефа, который придумал все эти блюда, а я уже уговаривала сделать его менее калорийным. И мы с ним вместе приходили как бы к общему решению, знаменателю общему. То есть отлично. Вот. Теперь любая девушка, которая хочет не просто выглядеть хорошо, а и быть здорова. Ну и не только девушка, соответственно, мужчина, но чаще всего все-таки девушки об этом думают, наверное. Мужчины. А хотя, либо есть статистика, к вам больше приходит девушек, либо мужчин, либо нет. Мне кажется, 50 на 50. 50 на 50. Рассчитано вообще на всех. На самом деле на всех, потому что когда вы питаетесь этими продуктами, этим питанием, как бы вы не чувствуете себя ограниченным. У вас есть и десерты, которые, как я их называю, маленькие кондитерские шедевры каждый день. И в то же время есть свежая рыба, свежее мясо. Вот, это те продукты и те блюда, которые невозможно приготовить дома самой, как вот я вот не пыталась повторить, но не получается. Плюс это еще очень красивая презентация, упаковка, это все немаловажно. То есть вы получаете и эстетическое, и вкусовое наслаждение, плюс еще как бы вы худеете или просто себя поддерживаете в форме, омолаживаетесь. Вот, есть как бы система очищения. Просто принято считать, что диеты, да, вот в основном, я, к счастью, не пользуюсь этими, но знаю о том, что диета достаточно сложная для психологического состояния человека, вот цель, да, чтобы, то есть сесть на диету, это связано с определенными какими-то ограничениями, да. Вот есть ли в этой программе какие-то особые ограничения, и как человек будет чувствовать себя, да, будет чувствовать себя хорошо, эти продукты? Будет наслаждаться этим моментом. Почему? Потому что как бы, он не ограничен в плане еды. У него есть все. Фрукты, овощи, десерты, мясо, рыба, крупы, орехи. То есть у нас это все присутствует. Это продукты высокого качества. Вот. И вот, честно говоря, для меня вот эта программа – это какой-то взлет. Это что-то новое. Это то, что можно не просто вот там, не знаю, гречка с курицей, с какой-то там, ну, отварной телятины, да? Это ягненок. Вот, это, не знаю, там конверты из ананаса с козьим сыром. Это вкусно. Так вот, это наслаждение. В чем секрет? Поскольку все диеты это обязательно какое-то ограничение. Ну, секрет в работе шеф-повара, бренд-шефа и как бы диетолога. То есть в том, что мы вместе работаем, вместе этим занимаемся. Вообще, как бы изначально секрет в том, что идея была такая: что диета это хорошо, но она должна быть вкусная. То есть нельзя постоянно там одни какие-то монопродукты, да, какие-то бесцветные диеты, еще какие-то диеты. Нет, вот вы просто питаетесь обычно. Вы себя ни в чем не ограничиваете, вы только получаете удовольствие, больше ничего. Угу. Вот. Причем каждый день новое блюдо, то есть не повторяются блюда, тоже немаловажно. Отсюда и результат, правда? То есть достаточно, то есть в течение недели человек может потерять до 3 килограмм. То есть, благодаря чему? То есть благодаря тому, что сохраняются минералы и витамины, то есть правильно? Потому что идет правильное, во-первых, у нас как бы идет сочетание продуктов, потом идет правильное приготовление для сохранения всех нутриентов, минералов, витаминов, это как бы очень немаловажно. Правильное хранение этих продуктов. То есть у нас идет, как мы показываем в меню, как нужно, какие продукты, какие не продукты, какие блюда разогревать, какие должны быть холодными. Вот. И человек теряет эти калории, этот вес, потому что как минимум начинает питаться правильно. Часто, дробно. Вот. И на принципах этого правильного питания построена наша система.
Это все главное с удовольствием. Там, насколько я знаю, существует несколько систем. Да. Какие именно, расскажите? Ну, антиэйдж, она рассчитана на три вида калорийности. Это 1600, 1400, 1200 за сутки. Это больше как бы система для омоложения. Если у людей особо нет как бы проблем с весом, да, но они просто хотят поддержать свой вес, чувствовать себя хорошо. Вот. То есть это именно выбор должен быть в сторону антиэйджа. Фэтаут – это 1000 калорий за сутки. Это программа для более быстрого и эффективного снижения веса. Она предназначена для женщин и для мужчин, которые, знаете, как вот деловые люди, да, которые вот нужно еще сходить в ресторан и что-то там покушать. То есть он может себе позволить питаться у нас и в то же время где-то вечером сходить в ресторан и перекусить, чтобы не делать вид, что там я сижу на диете, ничего не кушаю. Да? И плюс еще есть программа детокс – это очищение организма от вредных как бы, веществ, которые накапливаются в течение жизни. Да? Вот. Тоже это особая система питания, которая построена на системе детокс, вот, очень известной системе, популярной во всем мире. Это коктейли, которые овощные, овощно-фруктовые, фруктовые коктейли, которые очищают, и плюс блюда. То есть вы и очищаетесь, опять-таки вкусно кушаете. Угу. Что сказать, здорово, классная программа Easy Choice Life. Да. Вот, пожалуйста, любой человек себе, что хочешь, похудеть, пожалуйста, хочешь омолодиться, пожалуйста, хочешь просто быть в хорошей форме. Да. То есть в зависимости от этого вообще к вам приходят, вы то есть непосредственно общаетесь с человеком. Да. Расскажите вообще, как это все происходит. Вот как, допустим, кто захотел, да, похудеть или привести себя в форму, что ему нужно сделать для того, чтобы к вам обратиться? Да, с чего нужно начинать? Нужно ли как-то подготавливать свой организм к этому? Нет, не нужно. У нас как бы вот для того, чтобы, допустим, было легче прийти на систему FatOut, это довольно-таки ограниченная, да, по калорийности в сутки программа, может человек там, допустим, несколько дней попринимать там 1200-1400 программ, чтобы ему было легче. Вообще, как бы, человек может зайти просто на наш сайт, вот, и как бы почитать об этих программах, посмотреть, как выглядит блюдо, вот, и просто себе сделать там заказ. Если нужна консультация диетолога, я буду очень обрадована и с удовольствием помогу. То есть здесь не обязательно моя консультация. Человек может для себя просто выбрать, что ему нужно. Нужна будет консультация, буду рада. И, как бы, всегда есть у наших клиентов мой телефон, если возникают какие-то вопросы, в любое время они могут позвонить, уточнить. Вот, это не проблема. У нас, кстати, есть видео, которое, может быть, еще больше расскажет о том, что из себя представляет данный проект. Easy Choice Life. Авторская кухня без запретов и ограничений. Эксклюзивная программа сбалансированного питания – готовое решение для тех, кто стремится к здоровью, бодрости и стройности. В процессе разработки программы Easy Choice Life мы консультировались со специалистами ведущих оздоровительных клиник Европы. И наша команда совместно с нашим врачом-диетологом тщательно подготовила и отобрала рецепты, приспосабливаясь под требованиям правильного питания. Вы думаете, правильное питание – это скучно и пресно? Вы заблуждаетесь. Хватит мучиться от изнуряющих диет. Начните просто жить. В основу нашего проекта легла идея сочетания продуктов для тех, кто хочет оставаться здоровым и полным сил. Сочетание натуральных продуктов и великолепие вкуса делает вас и ваше тело здоровее. Программа Easy Choice Life улучшает пищеварение и способствует очищению организма от токсинов. Сегодня, завтра и через 20 лет питание стоит вашего внимания, потому что питание – это здоровье, а здоровье – это все. Это система для тех, кто хочет быстрых результатов. Easy Choice Life – бодрость, стройность, красота. Уникальное предложение Easy Choice Life решает сразу же несколько ваших проблем. Не нужно бегать по врачам, ломать голову над выбором диеты, терять время в магазине, выискивая нужные продукты, и потеть у плиты, пытаясь приготовить правильный ужин. Представляем вам эксклюзивную программу сбалансированного питания. Вы почувствуете прилив бодрости и потребность в движении. Никаких диетических проблем. Только гастрономическое удовольствие и здоровье от Easy Choice Life. Мы разработали уникальную программу, досконально продуманную. Это только свежее мясо, которое не замораживается, правильно обескровленное и не содержащее никаких веществ, которые выделяются в организме животного от стресса. Органические овощи, фрукты, самые полезные крупы,
супы, деликатесные изыски, фантастические масла и специи. Все это только для вас. Мы облегчаем вашу жизнь, заботясь о ваших драгоценностях, здоровье и времени. Экономя ваше время, улучшая ваше здоровье, мы совершенствуем качество вашей жизни. Наши профессионалы помогут выбрать наиболее актуальную для вас программу питания из многообразного рациона Easy Choice Life. Easy Choice Life – это откровение в сфере ресторанных услуг. Каждый день вам к завтраку домой или в офис будет доставляться свежеприготовленный, сбалансированный, пятиразовый рацион питания на целый день. Наши профессионалы помогут выбрать наиболее актуальную для вас программу питания из многообразного рациона Easy Choice Life. Easy Choice Life Anti-Age – оздоровление. Easy Choice Life Fat Out – похудение. Easy Choice Life Belladonna – женщины за 40. Easy Choice Life Uomo Unico – мужчины за 40. Easy Choice Life Dolce Vita – десертное меню. Easy Choice Life Baby – детские ланчи. Easy Choice Life Food Tracking – индивидуальное ведение клиента. Easy Choice Life – это авторская кухня без запретов и ограничений. Никаких диетических проблем. Мы думаем о вашем будущем, и мы работаем для вас. Улица Толбухина, 135/2, торговый центр «Мегадом». Телефон 771-25-41. Здорово, что есть люди, которые заботятся о нашем здоровье, о правильном питании, которые помогут нам распределить свой завтрак, обед и ужин так, чтобы быть в форме. Вот после такого замечательного видео хочется пойти вкусно покушать, а вы сечусь. Правильно. Правильно. Да. Расскажите подробнее о вот этих трех программах. Все-таки что лучше человеку вот, сделать для того, чтобы все-таки как-то подготовиться? Может, кто-то только включил, допустим, и не в курсе. Что нужно для того, чтобы прийти к вам? На какой сайт зайти? У нас есть сайт Easy Choice Life от UA. Вот, просто можно зайти, почитать, посмотреть, узнать, где мы находимся, почитать подробно о нас, вот, посмотреть, какие у нас есть программы. Мне кажется, что для ознакомления это будет самый лучший вариант. Это легко, вот, понимаете, звонить, может быть, не каждому удобно, там, ехать диетологу навстречу, да, посмотреть на сайте легче и проще. Вот, теперь там указаны цены, доставка, все указано очень подробно. Вот. Ну, а в плане меня, как бы, я всегда открыта к общению, готова общаться с клиентами. Я их очень люблю, вот, и, знаете, как бы очень радостно видеть результат, быстрый, хороший, эффективный, счастливые глаза клиентов, которые даже не ожидали, что настолько все будет легко и просто. Ну, в принципе, я так понимаю, что консультация с диетологом не обязательно, да? Не обязательно, человек сможет самостоятельно выбрать конечно. Те блюда, которые ему придутся по вкусу, да, и составить самостоятельно свою программу, все да, очень, нет, у нас как бы программы уже составлены за, как бы, клиента. Почему? Потому что не все клиенты знают все нюансы здоровья, питания, как знает врач-диетолог, да, и грамотный наш бренд-шеф. Вот. Но просто человек может выбрать, все уже сделано за него, уже все подобрано, уже все приготовлено, вкусно, оформлено, так скажем. Вот. То есть просто нужно зайти и выбрать. И диетолог здесь не обязательно. Если нужна консультация, я с удовольствием помогу. Не нужна... Не будем настаивать ни в коем случае. Есть ли какие-то ограничения? Вот, допустим, алкоголь, кофеин? Ну, во время программы Detox, да, есть ограничения по кофеину, по алкоголю, там еще очень много нюансов, да, как бы в остальных программах, если человек хочет выпить, ну, может, так скажем, пол бокала красного сухого вина или белого, да, он может себе это позволить. Диетологи только приветствуют это. Ну, не совсем, как бы мы же как бы за совсем здоровое питание, как бы алкоголь нежелателен. Но, опять-таки, мы же не можем человека заставить, да, как бы, ну, хочет пол бокала. Ну ладно, договорились. Пол бокала сухого вина хорошего. Может себе позволить. Особенно если это программа Fat Out, она малокалорийная, как бы с ней можно эти там 100 калорий с вином получить без проблем. Они не помешают, так скажем. Правильное потребление воды, да, еще предусмотрено? Да. Да, у нас в наших доставках мы доставляем воду тоже. Вот, это немаловажно. Почему? Потому что во время снижения веса, вообще во время оздоровления нужно пить как можно больше воды и пить правильно, вот, и пить, опять-таки, правильную, чистую, хорошую воду. Как бы все это предусмотрено. Конечно, у нас есть рекомендации клиенту, вот. При встрече с диетологом они как бы более индивидуальны, потому что они все клиенты любят пить воду, да, как бы у нас, как бы мы вообще не приучены
так скажем, пить больше литра воды. Некоторые пьют чашку в день, и то слава богу. То есть, как бы я обучаю, объясняю, мотивирую, что нужно пить воду как можно больше. Какую, как. Угу. То есть вот даже до этого. Ну, я так понимаю, что нужно сразу после пробуждения, да, выпить какое-то количество воды. Да. Желательно теплой воды, то есть 200 миллилитров, да. Опять-таки, между приемом, смотря когда. То есть нужно за полчаса до еды желательно и через час, через полтора часа позже. Потому что если сразу после еды выпить воду или чай, то уже будет нарушено всасывание, нарушено, как бы, так скажем, переваривание продуктов, да. И там, допустим, тоже железо, если там вот запить там продукты, богатые железом, чаем, оно уже всасываться не будет, усваиваться не будет. Это немаловажно. Угу. Что бы вы посоветовали тем, кто еще занимается дополнительно какими-то физическими нагрузками, спортзал и так далее? Нужно ли, допустим, увеличивать количество потребляемой пищи? Или, может быть, определенную программу придерживаться? Для спортсменов, да, у нас есть вот программа Anti-Age 1600, она достаточна. Вот, потому что, понимаете, как бы, опять-таки, спортивная нагрузка должна быть правильной. Тягать железо и, там, не знаю, там, делать сумасшедшие подходы без перерывов, то есть это должно быть правильно. Есть у нас сейчас как бы грамотные тренера, да, но не очень многие учитывают питание. Угу. А это немаловажный фактор, потому что не все хотят принимать добавки непонятные, там какие-то белковые, да, эти протеиновые, что-то еще. Просто можно питанием исправить и помочь мышце расти и становиться более рельефной, более красивой, да, и как бы достичь более желаемых результатов быстрее и проще. Вот, без всех протеиновых коктейлей, против которых я очень даже... Вот. Наши люди, да, вот особенно в Одессе, очень любят покушать, на самом деле, да? Да. А как быть, если вот, допустим, какие-то праздники, дни рождения, где обильные столы накрываются? Что делать в такой ситуации? Что вы посоветуете? Как бы заказать день рождения у нас, и мы оформим красивое диетическое день рождения. То есть можно, в принципе, сделать диетический день рождения? Да, и никто даже не заметит, что это диетическое, уже проверено. Вот, и свадьбы, и дни рождения, и все это мы можем организовать, и будут клиенты, гости будут довольны, никто не поймет, что на самом деле они там съели там всего лишь каких-то там 150 калорий за весь вечер или там максимум 350, да, вот, но и будут при этом чувство насыщения, будет удовлетворение от того, что посидели, покушали. То есть у нас, понимаете, вот в этом же и смысл нашей программы, в том, что это не просто диета, это вкусно, это изначально вкусно. Вот это самое главное, что человек не чувствует себя ограниченным, потому что чаще всего на диетах мало того, что ограничен в количестве, так еще и в качестве еды. Угу. Здесь ограничений нет. Здесь просто наслаждение. Опять-таки, я повторяюсь, наслаждение. Елена, мы каждое утро рассказываем о завтраках, да, и сегодня тоже было не исключение, но у нас, ну, конечно, мы за здоровые завтраки. Что бы вы посоветовали употреблять на завтрак? Вот, может быть, из какой-нибудь из программ, какое-нибудь блюдо, которое стоит вот с утра прямо сегодня съесть. Ну, лично я люблю завтракать пророщенной пшеницей. Вот, это вот мое самое любимое. Но, как бы, мы вот, у нас есть омлеты, которые без желтков, с овощами. Есть запеканки, которые тоже очень вкусные, это нежирный творог. Есть, допустим, салаты с той же пророщенной пшеницей, овощные салаты очень вкусные. То есть, конечно, завтрак должен быть самое главное вовремя, он должен быть сытным, потому что это самый главный прием пищи, да, недаром как бы нужно завтракать как купец, да, обед, по-моему, как там? Как... Завтракать нужно как... самому, да. Обед поделиться с врагом, с другом. Ужин дать врагу. Да. Почему? Потому что завтрак самое главное на прием пищи. Вы потом целый день питаетесь этой энергией. Вот. Поэтому у нас очень большие, очень вкусные завтраки. Вот. Ну и, конечно, еще йогурт тоже желательно. С той же, опять-таки, пророщенной пшеницей. Это очень вкусно. Вот. Вариантов очень много. Ну, а еще по поводу времени приема пищи. Есть ли какие-то рекомендации? Ну, конечно, желательно, допустим, там, принимать пищу с 8 до 10 утра. Вот. Но, опять-таки, это зависит от того, какой режим дня. Нужно, конечно же, вставать в 7 утра, в 8 утра максимум, и ложиться в 9, 10, ну, в 11 максимум вечера. Вот. Если, конечно, у вас такой режим, то 8, 9, 10 утра – это нормальный завтрак. И то, мне кажется, что встать в 7 утра, здесь уже, наверное, поздновато будет. Вот. Уже в 10 должен быть второй завтрак. И, как вот я уже говорила, должен быть первый завтрак, второй завтрак, обед обязательно, это первое блюдо, да, и гарнир, плюс полник и ужин. И тогда вы будете себя чувствовать нормально, то есть получается у нас сколько? 5 приемов пищи, да.
из 6 блюд. Ну, у нас принято вообще начинать новую жизнь с понедельника, но я думаю, что и вторник тоже вполне достаточный и замечательный день для того, чтобы, может быть, начать заботиться уже наконец-то о себе и думать о своем здоровье и о правильном питании, которое можно, в принципе, совершенно легко получить в Easy Choice Life. Елена, спасибо вам огромное за то, что у нас были в гостях, за то, что рассказали об очень интересной, уникальной программе, не только, кстати, вот для нашего города, но и для всей Украины. Так что настоятельно рекомендуем, если хотите быть здоровыми, красивыми, бодрыми и веселыми, то подумайте о том, что вы употребляете в пищу. А мы каждое утро поделимся с вами какими-нибудь маленькими секретами от Easy Choice. Может быть, нам что-то расскажут, что нужно кушать на завтрак. Также смотрите каждое утро с 7 до 9 нас, и мы будем с радостью с вами на протяжении этого утра. Ну, а на сегодня все. Прощаемся с вами. Желаем всем замечательного дня, отличного настроения. Ну и до следующего утра. Пока-пока. Счастливо.